Привет, это солнечная Одесса. Специально для программы «Твой день» сегодня я пройдусь по одесскому рынку початок и узнаю для вас цены на рыбу и на мясо, а также, поскольку сейчас сезон заготовок, то узнаю оптовые и розничные цены на овощи и фрукты. Идемте. Мясо говядины в ассортименте 200 гривен за килограмм. Биток свиной 150 гривен за килограмм. Сало домашнее 100-120 гривен за килограмм. Свежайшая тюлечка, она же сардель черноморская, по 50 гривен за килограмм. Кефаль черноморская, вот такая крупная, по 150, поменьше, по 100 гривен за килограмм. Капуста на опт 6 гривен, в розницу 8. Картошка домашняя, большим мешком по 7 гривен, таким поменьше 8 гривен за килограмм. Морковка оптом 8 гривен, в розницу 10. Лук оптом 6,50. Огурец 25 в розницу. Помидоры микадо в розницу 60 гривен за килограмм. Красный перец 25 в розницу. Баклажаны 18 гривен оптом и 20 гривен в розницу. Лук зеленый 10 гривен пучок. Петрушка и укроп по 10 гривен за пучочек. Яблоко «Черный принц», розница 15 гривен за килограмм. Виноград «Молдова», в розницу 30. Арбуз, гривна 70, оптом 2 гривны в розницу.